пам'ятаєте, рік назад були атаки на склади з допомогою безпілотників. Зараз ми перед початком зберемо, я думаю, комітет, і ми там обговоримо це питання. Мої відомості говорять більше на диверсію. Це повинен дати відповіді посадові особи Генерального штабу, в першу чергу. Які були перевірки генеральним прокурором або військовим прокурором, який відповідає в Генеральній прокуратурі за військо, які перевірки були проведені за рік, які були передбачення зроблені стосовно тих чи інших моментів, щоб не допустити такого. Одна версія може бути диверсія, друга версія – це неосторожне обращення і нарушення правил охорони складів з боєприпасами. Але я хотів би нашим телезрителям сказати другий вопрос, на мій взгляд, не менш важливий. Во-первых, я надеюсь, что в результате этой катастрофы сгорит как можно меньше украинских боеприпасов, потому что в Украине за 3 года войны с Россией, подчеркиваю, не построено ни одного завода, ни одного производства, которое бы производило патроны, мины, боеприпасы или снаряды к реактивным системам залпового огня. Ничего. Поэтому те боеприпасы, которые хранятся на украинских складах, им всем более 25 лет. Все это, как правило, времена Советского Союза и то, что было вывезено из Восточной Европы. И если сейчас премьер-министр Украины Гройсман не возьмет на себя лидерство в вопросе выделения средств из бюджета, в том числе из резервного фонда, на построение в Украине производства патронов, снарядов, мин, то нам просто через несколько лет будет нечем воевать. Единственный патронный завод находился в городе Луганске, был захвачен в мае 2014 года, оборудование вывезено в Россию. А производство снарядов и мин никогда не было на территории Украины. Мы не можем тренировать в достаточной степени наших солдат и офицеров в стрельбе. Мы не можем это делать, потому что у нас просто закончатся боеприпасы. Для того, чтобы наши солдаты и офицеры точно попадали в цель, они должны иметь запас боеприпасов для тренировки и неограниченное количество боеприпасов в случае широкомасштабных военных действий.